Друзья, всем привет! Сегодня наш Кешка, назовем его пока Кеша, знакомится с новой подружкой. В предыдущем видео я делал объявление, что ищем невесту. И вот сегодня привезли знакомые ребята, подписчики, вот такую вот самочку. Тоже она полукровушка, но она, я так понял, менее породистая, чем этот мальчишка. Вот у нее бусы, голова, лоб, все есть. Сейчас я вам покажу, как он ее встретил. Вы видели, да? То ли драться пытался, то ли кусаться пытался. Сейчас крупным планом рассмотрим ее. Тоже она интересная, но цвет, конечно, хотелось бы чуть-чуть другой. Под этого самца надо бы какой-то другой цвет. Будем думать, может, что-то еще подыщем. А этой, может, мальчишку еще найдем. В общем, будем заниматься такими крупными выставочными попугайчиками. Посмотрим, что из этого выйдет. Писали в комментариях, что эту клетку сгрызет. Ну, вот он живет уже здесь 2 недели, наверное, да? Чуть меньше. В принципе, клетка целая, даже нету признаков, чтобы ее грызть. Видите, самочка еще очень-очень застенчивая, боится лишний раз пошевелиться. А вот он ее пытается покормить, что ли. Видели, сейчас движение такое делал. Ну, вот они сидят. По поводу игрушек, развлекательных разных устройств для попугайчиков. Кто держит в квартире, у кого птицы грызут плинтуса, обои. Хочу сегодня продемонстрировать игровой стенд. В моей практике это уже 4-й стенд изготовленный. Первый был видеообзор. На первый стенд делал. Вот сейчас на этот тоже сделаю видеообзор. Смотрите, делаем стенды любого размера по вашим чертежам, по вашим моделям. Если наши нравятся, можем также по нашим оставить. Вы находите любой стенд, присылаете фото. Я вам изготавливаю точно такой же. По цене договоримся. Здесь, значит, смотрите, есть такая качеля из джутовой веревки. Здесь фруктовые, нарезка фруктовых деревьев. Это вишня, черешня, яблоко, груша. Птички это грызут, кору съедают, играются. То есть это все можно потом заменить. Развязать узел, насадить новые сюда нарезки. Здесь есть шишки. Шишки также, если попугай сгрызает, вы это все выкручиваете и накручиваете потом новую шишку своему любимцу. Тут есть дополнительные присесты, где можно посидеть птичкам внизу. Также на коре. Здесь вот беленький без коры. Все это сделано из березы. Здесь вот качеля очень удобная. Здесь все безопасно защищено, чтобы птичка лапку не защемила. Видите, такие юбочки. То это из березы, качеля из сливы. Деревья здесь разные, в принципе. Собственный сад есть, и все вот эти деревья я аккуратно запас делаю, они лежат. И потом делаю такие вот изделия. Видите, здесь получились, чтобы особо не звенел по мозгам хозяину колокольчики, мы сделали такие деревянные погрызушки. Птичка будет грызть. Все это будет интересно. Вот такой вот стенд. Кому стенд понравился, заказывайте, вышлю. Или присылайте свои конструкции, сделаем. Все это крепко, надежно держится. Легко моется, чистится. Все это очень удобно. Все практично. Здесь ножки специальные. Можно вот поставить на клетку. Или, допустим, у кого-то специальное место там поставите. Вернемся к попугайчикам. Номер телефона 8-928-231-6107. Можете написать на WhatsApp, заказать своему попугаю такой стенд. Можно сделать для Амадин тоже стенд. Вот сюда, допустим, на эти выступы, как бы назовем его так, можете ломать свежие ветки с почками, делать венок, вешать сюда венок. Ваши попугаи будут здесь общаться, находиться и грызть эти новые веночки, которые вы будете вкусные им предлагать. Венок сгрызли, убрали, новый повесили. Попугай будет счастлив. Ну, а наши молодожены, можно так сказать, я думаю, они подружатся. Ну, по крайней мере, они уже не дерутся. Видите, он проявляет заботу, внимание, кружится вокруг нее.
Ни она вокруг него, он, видите, видите. С поцелуйчиками, что-то там ей рассказывать пытается. Крупным планом. Она огрызается, вот-вот-вот. Ну, красавец, красавец. Друзья, вот такое знакомство, первый день, буквально первые минуты. Обратите внимание, разный разрез глаз. Вот у самца более такой узкий, как положено, а у самки более к нормальному, круглому. И посмотрим, что из этого получится. Пускай растут, набираются сил. Хороший мальчишка. Все, убежала она. Вот он ее, видите, на кормушку приглашает. Здесь кормушка есть с минеральными смесями. Надо ее еще погонять по комнате. Друзья, обязательно подписывайтесь на канал. Поддерживайте канал своими просмотрами, лайками, пишите комментарии. До скорой встречи. Продолжение развития событий следует на моем канале. Если вы смотрите еще на YouTube это видео, то обязательно подпишитесь на Яндекс.Дзен. Ссылка будет в описании.